всех видео вот так делает. Вот, вот что я помню, 100% факт это вот так. Все. Вообще, счастье, молодец, самостоятельно. Была долго одна, съела весь корм, поспала, очевидно. Очень радовалась, когда мы пришли, и потом сразу спать легла со мной. И когда ты ушла в другую комнату, она ко мне подошла и начала это вот так делать. И типа, возьми меня с собой, когда я взяла, она вообще такая хорошая, я не могу. Да, да, ну вообще, какая она хорошая. Лапкой, лапкой, смотри, что делает. Тебе же там подарков надарили, счастье. О, правда, кстати, надо реально. Распаковку снять. Я сегодня опять мало спала. Ну, видимо, то, что не дома. Это Олесин подарок. Я не знаю, что там, я его не открывала. Сейчас открою вместе с вами. О, прикольно. Это... Так, это сертификат. Яблоко. Сюда. Это 3D-пазл. Там шпицулька маленькая. Вон какая она будет. Мне подарили столько классных подарков. Конечно, у меня был виш-лист, и как бы почти все, что там было, мне подарили. Ну, и еще кучу всякой прикольной штуки подарили. Подарок, подарок, подарок. Спасибо. Блядь, лаврову ешь? Это вам? Просто кого-то уже нет. Надя, что сегодня на ужин хочешь? Вам будешь? Да, буду. Тогда готовим его. Ура! А сейчас и рот открытый. Что там хочешь сказать? Что-то упущение какое-то. Чего ты боишься? Ты боишься? Все хорошо будет. Да не бойся. Что-то ест. Ну-ка, проверь. Вдруг что-то вкусное. А он её отвлёк тогда. Сейчас я все отбираю. Имущество пришли, забираем. Мы сейчас поедем с ребятами. С ней, с Настей. Я очень много вчера выпила, плохо себя чувствую. Гастрокорт. На центральный рынок. Будет праздник живота. Настя хочет краба. Я хочу много чего. Я хочу краба, я хочу том-ям, я хочу бургеров, я хочу сэндвичи, я хочу роллы. Но все не влезет, поэтому придется определяться. Ёбаный в рот. Этот корабль нахуй вообще. Тебе сейчас надо будет три точки контролировать. Да это пиздец. Бля, это просто пиздец. Ебать, я такую, я по такому не раз ездил. Чё? Я в таком месте первый раз. Экскурсия. Спасибо. А куда мы? Почему так высоко? На второй этаж надо. Ты чё, боишься? Да, я. Потом еще надо обратно. Вот, мы на четвертом этаже сейчас. Ебать, а тут нету свободных.
Вот, идут, идут. Она в шоке от парковки. Не завидуем. А сколько грамм будет весить? Не завидуем. Как не завидуем? Котлета куриная. Завидую. Дальше Максим ждет том-ям. Вот он. Счастливый. Обладатель том-яма. А это не по? Не завидуем. Завидуем опять. Настя отрывается по полной. Ебать, хлеб там дали. С маслом. С перчаткой. Так. Почистить, да, надо? Тут уже все почищено. И мне зацепляюсь. Так, пахнет. Креветка, теперь туда макай. Так, туда? Да, серьезно макни. Я серьезно макни. Правда? Ну, честно, типа... А чего ты ожидала? Чего-то другого, вкуснее. Это в натуре крабовая палочка. Сколько здесь стоило? 800 рублей вот это. Это как, знаете... Если есть просто сырую креветку, ну точнее, ну как, вареную, она будет тоже вкуснее. Привет! Привет, ты рада видеть? Ну, соскучилась, ну прости, что тебя оставила. Где зависла? Мы тут тоже зависаем. Все, Настя поехала домой, в Барнаул. Но мы скоро увидимся. Да. О, Максим тут что-то ходит. Настя переживает, что она опаздывает. Такси очень долго что-то ждем. Как не дождемся. Машину не видим. Собачий детский сад. Ага. Че, пришли попрошайки? Сок. Я тоже. Только я вот думаю, мы же на диване лежим, он в глаза будет светить, а надо, чтобы на это светил. Ну ладно, переставим. На тебя он в глаза сейчас светит. Очень красиво. 1000 рублей. 1000 рублей? Да, 1000. Напишите нам. Всем привет. Я поехала по делам на европейский берег, и потом еще на левый берег надо. Чего такое? Не хочешь там сидеть? Вот. Погода какая-то примерская в Новосибирске, если честно. Я думала, будет тепло или солнышко. Кормом и в кафе. Не завидуем. Счастье? Дай. Не завидуем. Я пошла вот в этот дом, в мокрый нос. Ну, счастье тут сидит.
А что делать? Она будет вообще мокрая. А у меня куртка вроде не сильно помогает. Корм купили. Ребята поехали уже домой. Я в сервис. Потом заберу Артема и поеду тоже домой. Я все на ТО. Ой, ну, короче, замена масла. Так, мы с Счастьем в шоке от того, что тут творится. Они мне насчитали работ. Я приехала просто масло в двигателе поменять, потому что уже 10 тысяч накатала. Он мне выдает чек на 55 тысяч. Я говорю, а это что? Я говорю, мне это все не надо. Я вообще-то звонила и записывалась на замену масла и двух фильтров. Ну, короче, разводят по полной, хотят получить с меня денег. А у меня их нет, я их не дам. Все, я ее там оставила в машине. Если они что-нибудь там сделают, я не буду за это платить. Потому что я сказала, два фильтра и бензин. Все. Ой, бензин, говорю, масло. Немножко бомбит меня. Так, ко мне в гости приехал Артем. Ну, заказывал тут уже еды. Ну, давай распаковывай. А, я? Ну, я же снимаю. Распаковка. А, зря ты так перевернул. Он почему-то лежа прям это вот так. Ну. А, это твое. Выглядит аппетитно. Тут видишь, ты да, вот поэтому лежа был. Так, это твой салат. А, нифига тут закуски на 10 рублей. А, это закуски. А это твой салат. Да, это твой салат. Ну, кстати, и тут рамен, значит, должен быть. Давай, открывай. Это, мне кажется, в твой Цезарь. А, да. Вот и это. Тут мой рамен. Что-то там что есть? А, это в рамен. Значит, тут только бульон, а это надо будет сейчас забрать. Мне кажется, он туда не поместится. А я в тарелку перевела. Ну, короче, обжираловка. Да. Приветик, иди сюда. Молодец. Здравствуйте. Еще раз скажи. Чернова, блядь. Что делать? Да я не знаю, потом сломалась, если ты Кань. Ну что? Всем привет. Выбрался? Отошла у тебя машина. Выбрался. Меня не начали. Мы тут опять снова едим. Потому что большое колесо, типа? Да. Понял? Вставляют биту вот сюда между колесом и аркой и выгибают ее, как бы ездит так вперед-назад и выгибают, чтобы колесо было сохранилось спокойно. Ну, я думаю, краски пизда будет, да?